Во Франции акция протеста, организованная противниками кандидата в президенты Марин Ле Пен, переросла в беспорядки. Сотни манифестантов собрались в пригороде Парижа, где лидер Национального фронта встречалась со сторонниками. Стражи порядка усилили охрану здания. Но в какой-то момент группа из полусотни молодых людей, чьи лица были скрыты масками, пошла на прорыв. В жандармов летели камни и бутылки с зажигательной смесью. Те ответили слезоточивым газом. Первый тур президентских выборов уже меньше недели. По данным соцопросов, фаворитами президентской гонки остаются Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. За ними следует кандидат от республиканцев Франсуа Фийон, лидер движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон и представитель социалистической партии Бенуа Амон. Но, судя по опросам, почти треть французов еще не знает, за кого будет голосовать.